Нефтекамский городской суд вынес приговор в отношении врача Нефтекамской ЦГБ. Она обвиняется в получении взятки с использованием служебного положения и в служебном подлоге. Установлено, что в ноябре и декабре прошлого года врач, пользуясь служебным положением, получила от трех жителей города взятку в размере 6 500 рублей за незаконную выдачу больничных листов. Также она внесла в листки нетрудоспособности указанных граждан заведомо ложные сведения о наличии у них кожных заболеваний. Подсудимая вину полностью признала. Суд приговорил ее к наказанию в виде лишения свободы на срок 3 года 6 месяцев условно и назначил штраф в размере 30 000 рублей. Приговор в законную силу не вступил.